Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «День рождения Starlight Glimmer». И давайте начинать. Starlight, дорогуша, давай-ка вставать. Но, мам, ну что? Зачем? Сегодня же выходной. Ну, как бы, если ты не забыла, то у тебя сегодня вообще-то день рождения. Сегодня мой день рождения? Встаю, так надо мою кровать заправить. Да, уже встала. Мама, что ты сделала? Ничего. Сейчас сниму масочку. Мой день рождения, наконец-то. Да, давай-ка собирайся, к нам сейчас придут гости. Гости? Ну, ты же подруг позвала. А, да, точно. Сейчас. Сейчас я все сниму, переодену. Так, все. Я уже, можно сказать, почти все сделала. Почти переоделась. Осталось только мне выбрать какой-то наряд. О, это сложно, ведь день рождения. Хочется платье, хотя платье моей сестры мне еще мало. Ой, это велико, тьфу ты. Велико. Так, сейчас... Ой, мне надо причесать гриву, хотя она мне и так хорошо выглядит. Ладно, я не буду. Так, доча, хватит там уже что-то размышлять. Лучше иди завтракай, иди. Ну, ты поняла. Ой, завтракать, мне так лень. А значит, принимать друзей твоих не лень? Нет. Так, все, доченька, иди завтракай. Луна, твоя сестренка, уже там тебя, можно сказать, заждалась. Она уже все съела. Что? Блин! Ай! Доча, аккуратно. Прости, мама. И где твоя корона? Выбери что-нибудь себе. Ну, блин. Мама, как сложно. Уф. Ладно, я одену свою корону. Мою любимую корону, причем. Это моя корона. Все. Мама, пока корону одену, потом аксессуары, хорошо. Луна, не съедай мое любимое печенье. Ха-ха-ха. Сейчас возьму и все съем, пока ты там капуша... переодевалась, я уже успела позавтракать. Ну, Луна, ты надо все печенье мое съела, любимая. Это правда? Да не трогала твое печенье. Я не люблю твое печенье. Я съела мой любимый тортик и попила чай. А ты будешь на моем день рождения? Ха, надо мне еще с мелочью общаться. Я лучше пойду. Сейчас позову Кейденса, мы с ней пойдем. Кейденс! Да, Кейденс. Она тебе как раз как вот подарок хотела подарить. Ура, Кейденс придет. Но мы с ней немножко с вами там посидим, так уж и быть. А потом пойдем погуляем мы с Кейденс. Хорошо. Я пойду пока позавтракаю, а ты можешь позвонить Кейденс. Она вообще-то и так уже скоро придет. Поэтому давай собирайся, капуша, ой, и подготавливай... Не знаю, там на первом этаже стол какой-нибудь, а то гости-то придут и где-нибудь находиться. Хорошо, Луна. Ой, как мне не хочется с этой мелочью еще играть. Ой, пойду пока полежу. Ой. Посмотрю, что одеть мне. Пусть она там смотрит, что я одеть, а я пока позавтракаю. О, мое любимое печенье малиновое. Как вкусно же. А, не падать. И это как раз съем, мне оно очень нравится. Ой. Это наш тортик, да, мам? Да, доча. Сейчас тут еще чайку. Все, мам, я поела. Хорошо, я пойду пока наверх воздухом подышу. Ой, хорошо воздухом подышать. А я пойду пока посмотрю, какие мне аксессуары лучше одеть.
А то мне ведь надо как-то, ну, перед гостями красиво выглядеть, а то что, гости будут лучше, чем меня? Я вообще-то принцесса. Так, посмотрим. Корону я оставлю. Пойду себе, может, какую-нибудь заколочку красивую это одену. Так, надо подумать. Ладно, спущусь вниз, пока одену наряд какой-нибудь. А там посмотрю уже. Ой, мои наряды любимые. Так, надо посмотреть. Ой. Луна, ты тоже выбираешь наряды? Вообще-то у меня не твои наряды. У меня другие, я просто смотрю. Тебе, наверное, завидно, какие у меня наряды. Еще старые, блин. Мне не завидно. А, ну ладно. Так, голубое, оно не подойдет. Оно лучше для каких-нибудь балов, когда мы ходим там на балы всякие. Ну, устраивать бал. Я очень люблю у нас, когда в замке... бал, и все гости приходят, и моя подруга Кейденс. Ну, она, конечно, подруга Луны, но еще и моя, я люблю, когда она приходит. Она очень добрая, не то, что моя сестренка. Сестренка вечно ворчит на меня. Она добрая. По Кейденс она очень добрая. Чего ты там говоришь, кто ворчит? Да никто там не ворчит, ничего не говорю. Так, возьму-ка я вот эту юбочку. Надо посмотреть. Она мне, наверное, как раз подойдет. Так, посмотрим. Сейчас я ее одену. Ой. Да, эта юбочка точно подойдет. Так, сейчас надо посмотреть, какие аксессуары. Ура! И я на втором. Так. Думаю, мне нужно колечко. Это будет точно очень красиво смотреться. И заколочка. Все, сейчас оденусь и пойду накрывать стол. Все, я одета. Так, моя розочка, аксессуар мой любимый. Ну, юбочка. Мое колечко. Ну все, я точно принцесса. Смотри на меня, сестра. Ну да, красиво оделась. Ура! А сейчас... надо позвать нашу служанку. Миссис Коко, вы сюда идете? Миссис Коко, где вы? Иду, иду, ваше величество. Иду, уже бегу, да-да. Ваше высочество, во-первых. Да, ваше высочество, уже бегу, ваше высочайшество. Ой. Так, помоги мне накрыть стол. Конечно, а как вы хотите, чтобы я это сделала? Ну, блин, как ты всегда делаешь? Ко-ко, сделай, пожалуйста, чтобы был, ну, стол там, еду привези, всякие мои наряды убери. Поняла? Да, да, конечно же. Сейчас одна минутка, и все будет сделано. Вы пока можете пойти в свою комнату там, не знаю, прибраться там, ну, или, не знаю, провести там время. А, кстати... хорошая идея. Спасибо, мисс Коко. А, пожалуйста. Так, вы пока делаете дело, а я туда, обратно и сюда. Уйть! Ой! Посижу пока, пока она там все разгребает. Ой, надо быстро все сделать. Так, 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 так. Так. Я лучше уйду. О, вы можете остаться. Да нет, я вам лучше мешать не буду. О, привет, мама. Привет, доча. Пойду посмотрю, как там мисс Коко делает все. О, доча, ты что тут делаешь? Не будешь помогать мисс Коко? Нет, она там сама справится. Ну, как хочешь. Я тогда тут посижу. Так, сначала посмотрю. Так. Ну, в принципе, она справляется. Встаю тут. Встаю. Так. Фу-фу-фу. Вот это сюда тащу. Так, я бы все, конечно, выкинула, чтобы ничего не мешалось. Но меня тогда уволят. О, ай. Так. План Б. А, принцесса Селестия, вы можете сюда спуститься? Да. Не сиди, пока все ну, на некоторое время сложить на наш складик вещи, ну.
Хам, хорошая идея. Давай складывай, я посмотрю. Так, сейчас. Вот, все, посмотрите. Я сделала, как могла, вещь. Я положила наверх, на третий этаж наш. А что ж, неплохо получилось даже. Ой, надо будет скоро открыть ворота и наши, и гости зайдут. Как раз уже их можно открывать, сейчас скоро все пойдут. О, как раз проветрим комнату. А вы пока можете пойти отдохнуть. А, да, я не буду вам мешаться. Гости, они сами зайдут. Хотите, я могу проследить за гостями? Да нет, вы лучше идите. Конечно, ваше величество. Сижу пока здесь, вот. На третьем этаже. О, уже скоро Кейденс придет, пойду спущусь. Сейчас. Мам, я уже тут. А сестру позвони. Ну, позови. А. Старлайт, сюда, живо! И это ты ее так позвала? Ну что, зато срабатывает, смотри. Раз, два, три. А, все, что случилось? Все готово. А, ура, тортик! Да, доченька, сейчас скоро придут гости. И будешь отмечать уже свой день рождения. Ура! Эх, поскорее бы пришли гости. Продолжение следует. Смотрите вторую серию. Скоро.